году, я также хочу сказать, что у нас снимает несколько изменился. Мы добавили в этом году класс лайт. Это класс новичков для тех, кто никогда не участвовал в наших соревнованиях по разным дисциплинам и квадрате, и в экстремале. Ребята, молодцы, вам отдельный респект, потому что приехать это уже дорого стоит. Вам отдельный респект. Молодцы. Так, самое дальнее соревнование, на которое я присутствовал. Поэтому я люблю горячие кадры, но, ребят, едьте головой. Всегда так говорю, поэтому всегда важно, чтобы вы повторили хорошие кадры, но не пострадали сами. Поэтому желаю всем успехов, удачи, ну и, как всегда, подписывайтесь в Инстаграме, Ютуб. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. We'll be right back.
И также вручаем вот такой вот сертификатик на 25% да, на приобретение комплекта шины ТИПИ. Жирничок же, да? В целом соревнования понравились, динамичные, много грязи было. Понравилось то, что соревнования делились на два класса, light и hard, что начинающие квадроциклисты могли приехать, попробовать себя в этом. В целом секции были, ну, не отличались от прежнего года, но было сложно, но все проехали. Трудностей, в принципе, не было. Поломка была одна в последней секции, во второй день вылетел привод. Ну, как бы поставили обратно, а так в целом все хорошо. Конкретно каких-то больших поломок не было. Красавцы! Впечатления от соревнований самые позитивные. Было много сложностей, опять же, но все проходимо. Очень понравилось, много грязи. Вчера вечером вечерняя гонка, где много воды. Вообще помылись, освежились. Квадры, резина справляются со своим делом. Подготовка квадроциклов обязательно. Их сборду, пожелания, развитие. Выходить на российский уровень. Можно даже на международный. Приглашать спортсменов из-за рубежа. И чтобы они к ним приезжали, все знали. Вот приглашение Миши Магуайра, я думаю, поможет в развитии спорта Дальнего Востока. Чтобы вся страна узнала, насколько у нас крутые соревнования здесь. Сертификат за первое место вручается Шапину Роману с результатом 857 баллов. Заслуженно, ровненько. Роман выиграл главный приз. Резину Крифтит в 28 размере. Ура!